Привет. А мы пойдем налево. Отсюда по этим странным типа лестницам или что это, я не знаю. Нам нужно оружие. Поэтому сначала идем сюда. Да. Вот это вот странно. Здесь пулеметчики. Аккуратненько их выкашиваем. И вот этого тоже. Ну все, собираем здесь вкусняшки. И идем уже направо. Какая странная херня. Отлично. Здесь то же самое, между прочим. Расстреляны дали пулеметчика. И им тоже. Так, проходим вот здесь. Открывается нам здесь переключатель, потом здесь переключатель. А потом и здесь, на ту комнату. Полная монстров. Убиваем их заранее. Да. Сюда мы еще вернемся чуть позже. Соберем все дробовики. И здесь открывается. Открываются проходы еще. Зайдем вот сюда. Расстреляем всех хит-сканеров. Переключатель вот этот возьмем, чтобы взять потом ключ желтый. Ай. Вот эта вот стена открывается. Чтобы смогли выйти отсюда. Теперь возьмем вот, вот этот вот проход. Проходим мимо барона. Мы потом им займемся. Сейчас нам нужен только ключ. Эти ступеньки, боже мой. Ну ладно, открываем эти двери. Забываем здесь про переключатель, чтобы открыть кое-что в следующей комнате. Осторожно спускаемся. Так, я слышал звук телепорта. Кажется, тефтелина куда-то свалила. Походу, или в тот, или в этот. Ну ладно. Возьмем супер дробовик здесь. Я что-то ее не вижу. Ну да ладно. Далеко она не уйдет. Так, здесь телепорт и мегасфера. Переносит нас вот сюда. Ай. Здесь мы можем взять ракетницу. И пустить платформу с плазмоганом. Очень мило. Так, вроде никого не видать. Ну ладно, я думаю, мы с этой сбежавшей тефтелиной еще встретимся. Теперь нам нужно вернуться и убить барона. И вот здесь есть переключатель скрытый, который нам открывает вон те стены. И... Что? Что такое с этими тефтельками? Что ж они сбегают-то сегодня от меня? Да ладно. Чтобы воспользоваться этим порталом, нужно нажать вот эту вот консоль. Да. Она опустится. И нужно быстренько бежать, потому что... Да. Потому что можно провалиться. А, вот и одна эти с тефтелем. Ты умираешь. И вот красный ключ. Здесь. На платформе такой же, как и плазмоган. И он опускается здесь только тогда, когда пустите в той комнате плазмоган. Так что да, имеет смысл сначала сходить за пушкой, собственно. И ладно, мы возвращаемся сюда, и дверь уже открыта. И... О! Вот ты. Вот ты где. Так. Нам надо перейти по этому тоненькому мосту. Но как только мы на него наступим, он начнет
потихоньку опускаться. И из той токсичной ямы уже не выбраться. Поэтому мы аккуратненько здесь убиваем импов. Потому что иначе их, когда перейдем мост, уже убивать не так просто. Будем потихоньку идти. И пускать ракеты в сторону клеток с импами. Вот так. Эй, нормально, все хорошо. Ну, отлично. Ау. Ну, кажется, все. Открываем дверь, и здесь выход. Ну, спросите, вы где секреты? Секретов всего два. Так где же секреты? Прямо здесь. Раз и два. Пойдем сначала. Я не совсем понимаю, зачем в мастер уровнях. Может быть, эти уровни проектировались для чего-то другого. Я имею в виду для полноценной кампании, но мастер уровни задуманы как все с пистолетным стартом, и давать какие-то вкусняшки в конце — это как-то странно. Ну ничего. Здесь вот это вот можно найти. Ничего особенного. Вот этот секрет поинтереснее. Сейчас надо нажать этот выключатель. Пройти вот сюда. Да, не вот сюда, вот, да. Здесь еще один выключатель. Вернулся. И открыть вот это. И получить BFG. Теперь здесь открылся проход. Мы идем сюда. Включаем этот. Но будьте внимательны. Да. Шотганеры. И куча ракетниц зачем-то. Ну это, собственно, все. Да, все секреты и все убийства. Возвращаемся обратно к выходу. Такая вот штука. Такая вот карта. Я не знаю, что про нее говорить, она просто странная. С этими лестницами, которые вот были по бокам, которые, вот, знаете, ступеньки поднимаются, опускаются. Это как-то, блин, это, мне кажется, просто затягивает прохождение уровня. Ну, не более, а так. Я не знаю, ничего сложного. Ну да ладно. Спасибо за просмотр и пока.